Лайв студія День на сьомому каналі. Ми продовжуємо роботу в прямому ефірі. Для вас в студії працюю я, Ірина Стрябко. І тож переходимо до нашої теми. На українському ринку електроенергії сформувався серйозний надлишок, в результаті чого виробникам доводиться продавати її дешевше від собівартості. Цитую: зараз в нас колосальний надлишок електроенергії. У нас висока водність. Багато електроенергії виробляє Укргідроенерго. Працює багато блоків атомних електростанцій. Працюють на повну потужність виробники електроенергії з відновлюваних джерел. Сонце світить, а споживання якраз не таке високе, тому зараз імпорт просто не потрібен з технічної точки зору. Його обсяги були мізерними. Про це заявив голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг Валерій Тарасюк. На цю тему ми поговоримо з нашим експертом. Наступний експерт з енергетики Валентин Землянський, який з нами на прямому зв'язку. Пане, доброго дня. Добрий день. Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, Валерій Тарасюк зазначив, що ціни на електроенергію просіли і в нижчими від собівартості її виробництва, але нещодавно в нашому ефірі ми говорили з експертами про те, що ціна на електроенергію для населення буде зростати. Тож яка насправді зараз ситуація? Ну, тут парадоксальна ситуація. То, о чем говорит господин Тарасюк, речь идет о ценах на бирже, по которой производители вынуждены продавать свою электроэнергию. То есть давайте не будем путать цену или котировки, которые определяются на бирже, путем, которые определяются спросом и предложением. Да, с другой стороны, себестоимость производства самой электроэнергии на атомных, тепловых, там, гидро и зеленых электростанциях, потому что цена, к сожалению, цена на бирже может быть ниже, чем себестоимость, а соответственно, как бы производителям приходится работать себе в убыток. К сожалению, вот эта ситуация, она не особо отражается на поставках электроэнергии, стоимости электроэнергии для населения, потому что цену и тарифы определяют у нас как раз Нацкомиссия регулирования электроэнергии и коммунальных услуг, то есть регулятор. И, соответственно, как бы биржевые котировки – это одна из составляющих при формировании цены и тарифа. Мы просто понимаем, что у нас как бы вот там в течение 20-19 годов вот в той модели энергорынка, вернемся как бы уже к проговоренной ранее ситуации, вот эта действующая на сегодня модель энергорынка, она приводит к убыткам основных игроков. Она так построена. До тех пор она носит сугубо спекулятивный характер. То есть на этом прекрасно себя чувствуют, зарабатывают спекулянты. В убытки уходит как бы основная генерация, и самое главное, как бы вот эти вот убытки, их погашать, нет источников для погашения финансовых источников, потому что, к сожалению, похвастаться, так сказать, мощным ростом промышленности нам не приходится. Соответственно, единственный выход, который остается, это предложить населению покрыть эти убытки, что, собственно говоря, вот нам анонсируют с июля месяца рост цен, тут не тарифов, а именно цен на электроэнергию для населения. Часто кажучи, новина так собі, але все ж таки маємо те, що маємо. Пан Тарасюк також не виключає, що восени Україна може знову дозволити імпорт з Росії та Білорусі. Які ваші прогнози? Я не исключаю этого варианта, потому что, еще раз, смотрите, у нас очень большая проблема не только вот то, что я уже описал, да, как бы в финансовой части, у нас проблема с балансировкой рынка. То есть, в принципе, возможно, новый министр энергетики пересмотрит прогнозный баланс производства и потребления электроэнергии. Есть такой документ, он принимается, как правило, в конце года, на следующий год. То есть там вот очень детально расписывается, какие виды генерации будут работать, сколько электроэнергии они должны произвести, соответственно, сколько, каково планируется потребление, какие будут потери. И самое главное, там определяется график ремонтов, потому что мы понимаем, все энергоблоки, и атомные, и тепловые, и даже наши любимые альтернативные зеленые, они все равно вынуждены выходить из сети для проведения плановых либо планово-профилактических ремонтов. Но эта техника, она требует обслуживания, соответственно, как бы они должны останавливаться и останавливать, соответственно, производство электроэнергии. Вот самое главное — это правильно сбалансированный вот этот вот прогнозный баланс, который готовится Министерством энергетики. Это еще одна из ключевых составляющих. Потому что то, что мы с вами наблюдали этой зимой,
когда то у нас было угля много-много, то вдруг угля не осталось, и при этом атомная генерация ушла в ремонт, и, соответственно, упал объем производства, потребление было высоким, зима была холодная, ничего другого, как импортировать электроэнергию, Украине не оставалось. Поэтому я думаю, что это одна из задач, которая стоит перед новым министром, помимо того, чтобы разрубить этот финансовый гордиев узел, в который завязан на сегодняшний день наш энергорынок, плюс еще грамотно сбалансировать работу всей украинской генерации. Ну, тогда возможно, как бы, ну, как минимум пугать отключением, да, блэкаутом и прочими неприятностями, следующей зимой нас с вами не будут. Пане Валентине, чи можуть тарифи на світло для населення зрости через надлишок зеленої енергії? Ну, вот это то, о чем я говорю, когда говорю о несовершенстве модели. У нас получилось таким образом, что когда запустили вот этот новый рынок электроэнергии с разной биржевой торговлей, то есть предполагалось, что все будет очень здорово. И вот как ситуация с газом, нам, помните, говорили, невидимая рука рынка, которая все расставит по своим местам. Не получилось. Получилось так, что спекулянты зарабатывают, а те, кто реально работают, и те, кто реально платят, как мы с вами, то есть они вынуждены, так сказать, производители быть в убытках, а мы с вами ожидать нового роста цен и тарифов. Зеленая генерация включена в эту новую модель, и она гарантированно должна получить свои деньги. При том, что тариф для производства зеленой энергии, он достаточно высокий и законодательно закрепленный. Его нельзя пересматривать. И, ну, без, так сказать, вмешательства наших высших органов государственной власти. А вот было бы неплохо, как бы, ну, найти такую компромиссную, почему я и говорю, что вот нужна новая модель энергорынка, где, собственно говоря, все игроки находились бы в более-менее равных условиях. Потому что у нас происходит парадоксальная ситуация, когда зеленая генерация производит электроэнергии меньше, а денег из рынка получает больше, причем существенно больше, в 3 раза больше, чем она, так сказать, отдала в рынок электроэнергии. Ну, такого быть не может. То есть вот эта ситуация должна быть исправлена. Опять же, восстановлен баланс. Вот когда мы с вами говорим о рынке электроэнергии, баланс – это ключевой фактор, который влияет на все. И баланс производства и потребления, и баланс финансовый между игроками рынка. Тогда мы с вами можем говорить о том, что, ну, скажем, работа зеленой генерации, ее развитие в Украине не будет такими, ну, сумасшедшими темпами бить по карманам украинцев в виде роста тарифов. Потому что на сегодняшний день, да, один из факторов, который влияет вот на вот эти неутешительные прогнозы относительно роста тарифов, это как раз зеленая генерация и необходимость оплаты той электроэнергии, которая поставляется в сеть по достаточно высоким, более 4 гривен за киловатт-час тарифам. Таке питання. А скажіть, будь ласка, які прогнози? Все ж таки виростуть ціни на електроенергію. Яка буде ціна? Що ви прогнозуєте? Прогнози різні. Ми бачили прогнози від правительства. У вас на каналі ми вже цей питання обговорювали. Тобто там Речь йде про те, що пересмотрять з однієї сторони тарифи на розподілення, з іншої сторони пересмотрять ціну на електроенергію. Я сумніваюся, чесно говоря. Думаю, що, знаєте, це для початку, так сказати, іспугати високою ціною, тому що нам говорять, относительно там от 2,5 до 4 гривен в зависимости от региона. Вот. Но мы помним, это с газом уже было, тоже тарифы на распределение, когда установили, а потом, так сказать, начались тарифные протесты в январе месяце этого года, и все, так сказать, это дело подровняли. Я думаю, с электроэнергией будет приблизительно та же ситуация. Это все дело будет выравниваться. Я думаю, что если власть не самоубийца, я очень надеюсь, что все-таки там остались люди, которые хоть чуть-чуть здравомыслия остались, я думаю, что выше 2, максимум 2,5 гривен за киловатт-час повышения не будет. Если повышение будет выше 2,5 гривен за киловатт-час, я думаю, мы получим ту же самую ситуацию, которую мы имели этой зимой после того, как резко выросли тарифы на газ. И давайте понимать, вот мы с вами просто обсуждаем проблемы энергетики, но постоянно забываем о том, что она является лишь составной частью в целом экономики страны, экономических процессов в стране, и что без дальнейшего роста доходов украинцев ни о каком повышении тарифов заикаться, ну, правительство просто не должно. Але вони ж все-таки планують, пане Валентин, да, вони ж все-таки планують. Нет, так, понимаете, зростання там заробітних плат, пенсій, про це навіть і мова не йде. Тож за що платити людям?
Я же о чем и говорю, что понимаете, в чем проблема, что когда мы пересчитаем, ну то есть понятно, после девальвации гривны там цифры искажены. Если мы посчитаем в долларе, как это было, например, в 2013 году, и как это было, как это стало там в 2021, ну то есть вот в долларовом эквиваленте зарплата начала чуть-чуть расти, чуть больше, чем она была в 2013 году, да, вот до всех этих, так сказать, либеральных реформ и преобразований. А при этом, так сказать, рост тарифов, ну, если, опять же, в долларах, без манипуляций считать, рост тарифов, например, на тот же газ, тарифы выросли в 3 раза. На электроэнергию, я думаю, что они выросли тоже не менее чем в 2 раза по сравнению с 2013 годом. Ведь этот же рост не был компенсирован. А нам предлагают, что вот, знаете, давайте дальше будем повышать тарифы, давайте дальше расти, но при этом почему-то как-то, знаете, скромно умалчивают относительно того, когда же начнут расти наши доходы. Вот без решения этого вопроса, еще раз повторюсь, ни о каком повышении тарифов речи быть не может. Пане Валентине, пропоную вам підсумовувати нашу з вами розмову. Дуже коротко, будь ласка. Ну, как вам сказать, ситуация, конечно, очень печальная, очень патовая. Хотелось бы, знаете, найти некую панацею, сказать, знаете, вот у меня есть, я принес вам скрижали, так сказать, как Моисей с горы, и расскажу сейчас вам, как дальше жить. Нет, я думаю, что ну, мало кто вообще сейчас в правительстве понимает относительно того, как действовать дальше. Но вот резюмируя, по сути дела, резюме мы уже сказали, без развития реального сектора экономики, без восстановления, я не говорю уже как бы там о каких-то новых предприятиях, а восстановление того уровня промышленного производства, которое было в Украине, мы с вами будем обречены на постоянный рост тарифов, на постоянный рост наших с вами расходов, причем это не только тарифов, это вообще в целом цен и на продукты питания, и на жилищно-коммунальные услуги, без компенсации в виде роста доходов. Поэтому я думаю, что основной акцент, который должно сделать правительство, в самое ближайшее время хотя бы заложить, да, для этого основу, я не говорю, что там решить этот вопрос, но хотя бы начать двигаться в этом направлении, это развитие реального сектора экономики, это возможность для украинцев увеличить свои доходы. И речь не только об увеличении доходов за счет бюджета для там, бюджетников и пенсионеров, а речь о том, чтобы люди, которые социально активно работают и зарабатывают, могли достойно зарабатывать для того, чтобы вопрос тарифов перестал быть для нас с вами столь актуальным и обсуждаться на каждом эфире. Пане Валентине, вдячна вам за вашу експертну думку. Нагадаю всім, що з нами на зв'язку був експерт з енергетики Валентин Землянський. Говорили про те, що на українському ринку електроенергії сформувався серйозний надлишок, спасибо. В результаті вам чого дуже. Виробникам доводиться продавати її дешевше від собівартості.